как же вы подходите друг к другу. Поклонники без ума от совместного снимка Анны Михайловской с известным актером. Любимая российскими зрителями актриса поистине с ангельским личиком уже длительное время является любимицей многих людей. Анна Михайловская смогла завоевать любовь и получить популярность не только у подрастающего поколения, но и у зрителей, гораздо старше и умнее. У Анны очень большая аудитория и группа поддержки. Анну любят не только за телевидение, но и в сети. Михайловская является пользовательницей соцсети Instagram и часто делится со своими подписчиками личными фотографиями, которые практически каждый раз становятся настоящим фурором. А некоторыми фотографиями она все чаще интригует поклонников, публикуя новые снимки с известными мужчинами после своего развода с актером Тимофеем Каратаевым. В последнее время у поклонников появился новый повод для слухов. Анна Михайловская стала все чаще публиковать совместные снимки с известным актером Александром Ратниковым. Новый совместный снимок парочки сделан в автомобиле. Вероятнее всего, Анна и Саша вместе снимаются в новом проекте. Что именно это будет за картина, пока остается тайной. Поклонники, как и всегда, отметили, что из Анны и Саши получилась бы отличная пара в реальной жизни. Возможно, поклонники все же не ошибаются. И кто знает, возможно, перед нами действительно будущая звездная пара.